Россиянам разрешили собирать валежник. С начала этого года жители нашей страны получили право бесплатно для собственных нужд осуществлять сбор остатков стволов деревьев, сучьев, образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев и их повреждений в лесной зоне, за исключением защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения. Если раньше необходимо было оформить договор аренды участка, в противном случае грозил штраф или 2 года лишения свободы, то теперь сбор валежника не является правонарушением. Желающие осуществить заготовку валежника должны за 15 дней до предполагаемых работ предоставить соответствующий филиал ГКУ Комитет по лесу уведомление с указанием сведений о себе, местонахождение лесного участка, в границах которого планируется осуществить указанную деятельность, способ заготовки, цель использования и сроки проведения работ. Поданные документы рассматриваются в течение 10 рабочих дней, затем в 3-дневный срок дается письменный ответ заявителю. С полным текстом приказа и подробным разъяснением можно ознакомиться на официальном сайте Министерства природных ресурсов Краснодарского края в разделе «Лесное хозяйство», «Правовые акты и иные документы», а также на официальном сайте администрации Краснодарского края. Дорожная безопасность. Тема, которая остается актуальной на протяжении многих лет. Каждый день на дорогах получают травмы, а в худшем случае погибают люди. Согласно статистике, количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в Северском районе за последнее время возросло. За прошедший 2018 год в дорожно-транспортных происшествиях на территории Северского района пострадало 10 несовершеннолетних. Один ребенок погиб. В связи с этим на территории муниципалитета стартовала профилактическая акция «Декада дорожной безопасности детей», призванная обратить особое внимание детей и взрослых на ситуацию на дорогах. Уважаемые родители! Регулярно напоминайте детям о безопасном поведении на дороге. Обучайте их быть внимательными на улично-дорожной сети. Анализируйте с детьми опасные ситуации на дорогах в целях предотвращения несчастных случаев. Водители транспортных средств, будьте предельно внимательны при проезде мимо мест возможного появления детей. А также уделите особое внимание детским удерживающим устройствам. Безопасность юных участников дорожного движения – очень серьезный вопрос. Здесь ответственность лежит на каждом из нас. Подавая правильный пример, мы воспитываем в детях понимание важных, а порой жизненно необходимых правил поведения на дороге. В поселке Ильском завершились работы по восстановлению электроснабжения. В связи с участившимися в последнее время аварийными отключениями сотрудники филиала «Кубанинерго» Краснодарские электрические сети с 27 февраля по 3 марта провели внеплановый осмотр электросетевого оборудования высоковольтных линий. В работе приняли участие 6 бригад в общем количестве 22 человека. В результате осмотра выявлено более 50 дефектов, 6 из которых и привели к нарушению электроснабжения. В минувшие выходные дни специалисты краснодарских электрических сетей выполняли осмотр распределительной сети в поселке городского типа Ильский Северского района. Данные работы необходимо было провести для установления причин локальных отключений электроэнергии у части населения данного населенного пункта. В работах принимали участие несколько бригад и спецтехника. Работы осложнялись постоянным ухудшением погодных условий и ветровыми нагрузками. Но, несмотря на это, бригады выполняли свою работу до полного устранения всех нарушений. В Россию пришло цифровое телевидение. Вскоре вся страна сможет принимать 20 каналов в цифровом качестве и абсолютно бесплатно. После перехода на цифру аналоговое телевещание будет отключено. Телевизоры без поддержки стандарта DVB-T2 погаснут. Но любимые телеканалы легко найти в цифровом эфире. Подключи к телеку дециметровую антенну и цифровую приставку, и даже старый телевизор поймает в эфире все цифровые телеканалы. Подробности на сайте rtrs.rf. Встретим песни русской звонкой, да блинами целой горкой. Уважаемые жители и гости Северского района, приглашаем вас отпраздновать широкую Масленицу. 10 марта масленичные гуляния пройдут на основной парковке клуба загородного отдыха станицы Северской. В этот день вас ждут народные забавы, блины, ароматная выпечка, душистый чай, шашлык и другие угощения. Ярмарка сувениров от мастеров Краснодарского края. Также можно будет поучаствовать в соревнованиях за подарки от клуба загородного отдыха. Финалом праздника станет сжигание Масленицы. Прощание с зимой. Экипаж Международной космической станции, проведя все необходимые проверки, вошел в герметический отсек корабля «Dragon-2». Ранее капсула успешно пристыковалась к МКС. Это первый полет новейшего американского аппарата, и в этот раз он беспилотный. На орбиту его вывел ракетоноситель Falcon 9.
Good morning. International Space Station. Говорит Международная космическая станция. Я Олег Кононенко, командир экспедиции 58 из России. Давид Сен-Жак, борт-инженер из Канады, и Энн Маклейн, борт-инженер из США. Принять этот космический корабль на МКС и стать частью важной космической программы США и этого исторического шага – честь и гордость для нас. Dragon 2 доставил на орбитальную станцию 180 килограммов груза, а в кресле пассажира прилетел манекен по имени Рипли. Так его назвали в честь героини фильма «Чужой». Компанию манекену составила игрушка в форме нашей планеты. От имени Рипли, маленькой Земли, нашей команды и от моего имени добро пожаловать на борт Dragon 2. Поздравляем все команды, которые успешно провели запуск и состыковку. Эти удивительные подвиги показывают не легкость нашей работы, а то, какие трудные дела мы можем выполнять. Добро пожаловать в новую эру космических полетов. Космонавты взяли пробы воздуха в кабине и перенесли груз на МКС. Dragon 2 – первый частный корабль, пристыковавшийся к Международной космической станции. Его по заказу НАСА разработала американская компания SpaceX Илона Маска. Капсула способна вместить экипаж из 7 человек. Астронавты будут летать в специальных скафандрах, созданных этой же компанией. Они позволят выжить в случае разгерметизации кабины. Корабль может быть пристыкован к МКС до 210 дней. Но в этот раз он отправится на Землю уже 8 марта. Манекен Рипли вернется вместе с ним. Он оборудован датчиками, которые позволят понять, как люди будут чувствовать себя во время полета.